Ну вот, теперь нормально дыми. Да, по-моему, нормально. Не, побольше надо. Или скорость просто большая. Не, не, не. Побольше надо. Четыре, два, семь, занимайте. Побольше еще надо. Больше сюда. Он как-то рассеивается просто. Да не, добавлять надо. Добавлять. Слова-то. Либо скорость большая у него на проходе, либо чёрт. Ну да, когда скорость меньше, видишь, не так рассеивается. Нет, все равно маловато даже на маленькой скорости. Все равно даже на развороте на горку все равно кисло. Мне кажется, что нормально. Нормально, нормально. Это просто освещение такая, влажность, дымка и прочее. Завихрение на законцовках даже было. Даже завихрение на концов как-то большой скорость. А от винта какая-то свет остается. Это странно. Здесь вот она же.